Здравствуйте, дорогие зрители! В данном видео мы попробуем отследить генетическую историю Армянского Нагорья со времен каменного века до современности, ссылаясь на актуальные научные работы и современные исследования в области генетики. Все работы, использованные для создания видео, вы сможете найти в описании. Армянское Нагорье находится на перекрестке формирования различных популяций каменного века. Западная часть Армянского Нагорья входила в ареал формирования анатолийских фермеров, популяция одной из самых первых, перешедших к производящему хозяйству. Они произошли от местных анатолийских охотников-собирателей, перешедших к земледелию. В саму Анатолию земледение распространилось из плодородного полумесяца. Анатолийские фермеры в конечном итоге принесут земледелие и Европу. Северная часть Армянского Нагорья входит в ареал формирования кавказских охотников-собирателей. Это популяция, сформировавшаяся на территории Кавказа. Их останки были обнаружены в пещерах Грузии, Котиас и Сацурбилия. Они не занимались производящим хозяйством, в отличие от анатолийских фермеров, а были охотниками-собирателями. К востоку от Армянского Нагорья находился ареал формирования загросских неолитических фермеров. Эта популяция имеет генетическое родство с кавказскими охотниками-собирателями. Возможно, что у них общее происхождение. Однако они разделились и вследствие некоторых смешений генетического дрейфа стали разными популяциями. Загросские фермеры, в отличие от своих кавказских собратьев, охотников-собирателей, занимались производящим хозяйством. Их основным родом занятий было скотоводство. К югу от Армянского Нагорья существовала натуфийская культура. Среди основных занятий натуфийцев были охота, рыболовство и сбор зерна дикорастущих злаков, для чего они делали специальные жатвенные ножи и строили зернохранилища. Натуфийцы были предшественниками первых земледельческих культур региона, а некоторые исследователи и вовсе полагают, что переход от собирательства к возделыванию злаков в первом мире совершили именно натуфийцы. Также люди натуфийской культуры одними из первых одомашнивали собак. В их погребениях, датируемых примерно 10-тысячным годом до нашей эры, обнаружены скелеты щенков и взрослых собак, похороненных рядом с человеком. В период позднего неолита и энеолита появляется шулавери-шамутепинская культура, также иногда называемая шулавери-арташен-шамутепинской культурой. Это археологическая культура, существовавшая за Кавказье. Она датируется примерно 6000-5000 годами до нашей эры. Названа по поселениям Шулавери-гора в Грузии и Шомутепе, холм Шому, в Азербайджане и Арташен, село в Армении. Культура Шулавери-Шому, как и соседние неолитические и халколитические культуры Южного Кавказа, использовали местный обсидиан для изготовления орудий, занимались скотоводством, крупный рогатый скот, свиньи, выращивали культурные растения, в том числе и виноград. В Гадачрили-гора, недалеко от деревни Эмири, радиоуглеродный анализ указывает на дату около 6000 года до нашей эры. Многие характерные черты материальной культуры Шулавери-Шому, такие как круглые глинобитные здания, керамика с пластическими украшениями, антропоморфные женские статуэтки, обсидиановые орудия, преимущественно продолговатые призматические ножи, как предполагается, произошли от культур ближневосточного неолита – Хасуна и Халав. Химический анализ органических соединений, обнаруженных в некоторых из многочисленных гончарных кувшинах большой вместимости на стоянках Шулавери-Шому, указывает на то, что в них хранилось вино, и они, вероятно, использовались в качестве сосудов для брожения, созревания и сервировки. Эти данные датируются примерно началом 6 тысячелетия до нашей эры, предоставляя самые ранние свидетельства виноделия и выращивания винограда на Ближнем Востоке. Генетика этих людей, вероятно, также указывает на их возможную связь с Месопотамией или более южными частями Армянского Нагорья. Однако и кавказская примесь у них уже была. Образцы этой культуры близки современным армянам генетически, несмотря на то, что эти люди жили примерно 8000 лет назад.
их генетических образцов немного. На территории Армении всего два образца останков представителей этой культуры, но даже у них обнаружены гаплогруппы, которые встречаются сегодня у армян. Есть данные еще трех образцов с территории современного Азербайджана. Их отцовские гаплогруппы сегодня редкость для региона, но по генетическому профилю они еще ближе армянам, чем образцы из Армении. При этом современным азербайджанцам они абсолютно не близки. В последних исследованиях о происхождении индоевропейцев и индоевропейского языка ученые пришли к выводу, что в формировании ранних индоевропейцев участвовали представители шулавери-шамутепинской культуры, эмигрировавшие на север, либо популяция, очень близкая к ним генетически. Таким образом, вероятно, над протоиндоевропейском говорили в Кавказской Нижневолжской клине, который генетически представляет из себя смесь местной популяции из Предкавказья, называемой группой Брежновка-Прогресс, и популяции, родственной образцам из неолита Армении, Акнашен, что указывает на возможное появление протоиндоевропейского языка на Армянском Нагорье. Позже эта клина смешалась с населением Днепродонецкой культуры, передав новообразованной популяции свой язык. Анатолийская ветвь индоевропейской семьи отделилась до смешения с днепродончанами и двинулась через Кавказ в Анатолию, поэтому и не имеет днепродонской примеси. Новая же популяция, будучи смесью КНВ-клины и днепродончан, стала предком ямной культуры, известной как среднестоговская культура. Также исследователи отмечают, что наличие некоторой земледельческой лексики в протоиндоевропейском языке долгое время было аргументом против его происхождения к востоку от Днепра. И в целом это согласуется с их генетическими данными. Если проиндоевропейский язык принесла популяция, подобную неолитическому Акнашену, то она наверняка имела сельскохозяйственные навыки и передала лингвистическую память о них проиндоевропейцам среднестоговской и ямных культур. Курарагская культура существовала около 4000 по 2200 года до нашей эры на территории Северного Кавказа, Южного Кавказа, современной Армении, Азербайджан, Восточная Грузия и частично современной Восточной Турции и Северного Ирана. По сравнению с предшествующими культурами, в Курарагской заметен сильный кавказский сдвиг в генетике. У образцов этой культуры стал гораздо выше уровень кавказского охотника-собирателя. Также стала очень заметна одна из отцовских генетических линий современных армян, к которой принадлежит значительная часть образцов этой культуры. Данная отцовская линия сейчас занимает лишь небольшую часть их отцовских линий армян, однако общий генетический вклад этой культуры в генетику у современных армян явно гораздо больше. Это, вероятно, произошло по причине того, что подавляющая большая часть курарагской генетики досталась армянам по женским линиям. Об этом мы расскажем несколько дальше в нашем повествовании. Рекордные показатели этой отцовской линии присутствуют у дагестанских народов, где она обычно занимает больше половины генофонда, а также у чеченцев – около 20%. Также она присутствует и на Ближнем Востоке, например, у современных ассирийцев, куда она попала, по всей видимости, во времена существования этой культуры. Курарагская культура исчезает довольно резко в середине 3-го тысячелетия до нашей эры. На ее территориях появляются новые люди с другим образом жизни, явно более мобильным и основанным на скотоводстве. Некоторые курарагские поселения обнаруживают следы хоть и недолгого, но сосуществования с новой культурой. Некоторые были заброшены без явных следов насилия. В целом, несмотря на разный характер прекращения существования различных поселений курарагской культуры, стоит отметить масштабность событий, которые привели к ее исчезновению. К концу 3-го, началу 2-го тысячелетия до нашей эры на ареалах предшествующей курарагской культуры возникла триолетиево-назорская культура. Однако, вероятно, ее ранним этапом была раннекурганная культура Южного Кавказа, также известная как Мартокопи-Беденская. Это была индоевропейская культура, на что указывает и археология, и генетика. Возможно, триолетиево-назорская культура дала начало конфедерации Хаяса-Аззи, упомянутой в хетских текстах, и мушкам, упомянутых ассирийцами. В южной дуге
одной из самых значимых работ последних лет, посвященной истокам индоевропейцев, приходит к прямому выводу, что эти культуры являются результатом экспансии степной ямной культуры через Кавказ, и именно эта экспансия принесла индоевропейский язык на Южный Кавказ. Генетический профиль этих людей из культур представлял собой смесь степняков ямной или катакомной культуры и местных представителей предшествующей куроракской культуры. Смешение, видимо, происходило не в одном поколении, потому что аутосомно доминировала представителей степных культур Южного Кавказа именно куроракская генетика, полученная по женским линиям, несмотря на подавляющее доминирование индоевропейских отцовских линий, около 30% которых они в конечном итоге передали современным армянам вместе с армянским индоевропейским языком. Генетика данной популяции также встречается и у современных грузин, по большей части у восточных, хотя до сих пор и неизвестно, появилась ли она у них напрямую от протоармян, или же это значительно более поздний вклад. Некоторые образцы, найденные на территории современного Ирана, не имеющие преемственности от носителей иранских языков, также говорят о том, что, возможно, некоторые представители протоармян были ассимилированы иранцами в довольно ранний период. Также генетика, похожая на протоармянскую, сейчас встречается у населения Ближнего Востока с умеренной частотой. Вероятнее всего, носители всех этих отцовских линий были частью одной большой экспансии индоевропейцев севера, заселившей в той или иной мере значительные территории, включающие собой Восточную Грузию, как минимум часть современного Азербайджана, Северный Иран, Верхнюю Месопотамию и Армянское Нагорье. И они говорили на ближних языках. Но впоследствии значительная часть этого населения влилась в иноязычные этносы. Учитывая ранее сказанную информацию о предположительном появлении индоевропейских языков на Армянском Нагорье, то мы можем сказать о том, что вследствие данной миграции индоевропейский язык вернулся на свою изначальную прародину. К северо-западу от озера Ван, в верховьях Ефрата и Чороха, во втором тысячелетии до нашей эры существовало царство Хаяса. Некоторые лингвисты считают его протоармянским, связывая его название с этнонимом армян «хай». Другие же считают, что такой переход со звука «х» к звуку «х» слишком нетипичен для армянского. В любом случае, это царство, упоминаемое в хеттских записях, могло иметь отношение к индоевропейским культурам Южного Кавказа. На юге Армянского Нагорья же существовало хурицкое государство Митанни, чья правящая верхушка, судя по всему, была индоевропейского происхождения. Хуриты и их родственники урарты в конечном итоге сыграют очень значительную роль в этногенезе армян. С 13 века на территории Армянского Нагорья в ассирийских записях засвидетельствована политея Наири. Ассирия совершала разорительные походы на земли этого союза, что способствовало их объединению перед лицом общего врага, и в конечном итоге формированию в 9 веке на основе Наири могущественного царства Урарту. Генетический профиль населения жившего у озера Ван в период Наири и последующего Урарту имеет явную генетическую преемственность, из-за чего ученые в одной из своих последних работ делают вывод о принадлежности этого населения к засвидетельствованному там в эти периоды хурито-урартскому населению. Образцы урартского периода из столицы Урарту очень близки современным армянам. Огромный вклад хурито-урарта в этногенез армян предполагался учеными уже давно. Например, Игорь Михайлович Диаконов в своих работах писал, что они составили большинство в этногенезе армян. Современная генетика подтвердила эти предложения. Но также в Тушпе был обнаружен образец, сильно отличный от местных урартов. Генетический профиль этого образца был схож с населением индоевропейских культур Южного Кавказа, что может свидетельствовать о том, что уже в этот период носители протоармянского языка проникали в самое сердце Урарту, что, возможно, способствовало распространению среди них протоармянского языка уже в тот период. На севере Армянского Нагорья в то же время из триолетия ванадорской культуры возникает Лачашен Мецоморская, представители которой в урарских текстах будут известны как Этюини. Урарту, расширяя свои границы, в конечном итоге завоевывает земли Этюини.
Также в этот период засвидетельствованы мушки, которых раньше считали фракофригийскими племенами. Однако сейчас есть мнение, что они также могли быть выходцами из индоевропейских культур Южного Кавказа и носителями протоармянского или близкородственного ему языка. Примерно в период, когда они появляются в ассирийских записях, происходит распространение типичной для индоевропейских культур Южного Кавказа посуды на юг и запад Армянского Нагорья. О том, что носители армянского или близкородственных ему языков распространились с севера Армянского Нагорья на юг, также свидетельствует доминирование их отцовской линии у населения северо-западного Ирана на рубеж позднего бронзового и раннего железных веков в поселении Хасанлу к югу от Урмии, относящегося к царству Манна. В научных работах приходят к прямому выводу, что эти люди, несмотря на весьма иранский по современным меркам генетический профиль, скорее всего говорили на родственном армянском языке или на неиндоевропейском местном языке, а иранский язык приходит на эту территорию значительно позже, из-за чего эта территория впоследствии была иранизирована. На западе Армянского Нагорья в этот период жили хетто-лувийцы. Лувийский язык пережил падение хетского царства и стал основным на территории неохетских царств. Эти два языка относятся к анатолийской ветви индоевропейских языков, то есть являются дальними родственниками армянского языка. Армянский народ формировался в рамках государства Урарту, господствовавшего на территории Армянского Нагорья в Железном веке. Современный армянский генетический профиль уже существовал в столице Урартов, как мы видим по генетическим образцам оттуда. Неизвестно, насколько был уже распространен протоармянский язык среди хурита Урартов, но контакт с носителями протоармянского языка уже, видимо, был весьма тесный. Это видно по присутствию отличного от Урарта образца в Тушпе, который очень похож генетически на протоармянские популяции индоевропейских культур Южного Кавказа. На территории Армении в позднем Железном веке происходит значительный генетический сдвиг, при котором население Армении стало генетически ближе к урартам и современным армянам, а не этюини, как это было раньше. Судя по всему, в этот период произошла миграция хурирто-урартского населения на север и смешение с жившим там потомками индоевропейских культур Южного Кавказа – этюини. Однако это не вызвало распространения хурито-урартских языков на территории Армении. Напротив, в итоге все Армянское Нагорье заговорило на индоевропейском армянском языке. Это может говорить о том, что в этот период население Армянского Нагорья к югу и западу от Армении уже перешло или переходило на армянский язык. Урантийская Армения является прямыми потомками Урарту, так как в бехистунской надписи царя Дария Армения была синонимом Урарту, а армянин был синонимом Урарта. Древнеурартская мифология впоследствии легла в основу легенды о Хайке, где он основывает свое царство у озера Ван, там, где зародилась Урарту, и сражается с месопотамским титаном Белом, который может олицетворять Ассирию и войны Урарту с ней. Это наводит на мысль, что перешедшее на протоармянский язык население Урарту продолжало осознавать себя именно как продолжение Урарту, что отражалось в народных легендах. Основными известными элементами окончательного формирования армянского этноса были хурито-урарты, чей вклад генетически, судя по всему, был самым весомым. Протоармяне, передавшие новому этносу свой язык и тоже внесшие значительный вклад в нашу генетику, а также хетто-лувийцы, чей вклад генетически, хоть и уступает вышеупомянутым популяциям, тоже весьма заметен.